Как-то раз однажды летом, еще рано до рассвета, за грибами рано в лес я покатил. На закуску взял котлеты, термоспички, сигареты и бутылку пива тоже прихватил. Ой, добрался до леса живо, глотанул пивка строптиво, закусил котлетою и закурил. Да-да. Лес, природа так красиво, все отлично даже было, по тропинке вглубь я леса уходил. Да-да! Вдруг побрёлся я на полянку, там почти одни поганки. Что такое, где съедобные хлебы? Да-да! Надо мной поёт овсянка, надрывается засранка. Рядышком зашевелились кусты. Да-да! Чтоб меня не было видно, я прилёг довольно быстро. Лось с охотой на полянку вылез друг. Да-да-да. Это было очевидно, мне не столько, блядь, не стыдно. На полянке на грибы насрал вокруг. Да-да, мэй! А когда он, гад, просрался, полдень тихо приближался, позевнув от наслаждения и ушёл. Да-да. И я с земли скорее поднялся, с этих мест быстрее убрался, но хрябы я после все-таки нашел. Ой, возвращался я из леса, после этого процесса, пиво я свое оставил, что это пил. Да-да. Мне не в кайф такая пьеса, кайф такой без интереса, лось сахатый кайф в лесу мне обломил. Да-да. Мне не в кайф такая пьеса, кайф такой без интереса, лось сахатый кайф в лесу мне обломил. Мне не в кайф такая пьеса, кайф такой без интереса, лось сахатый кайф в лесу мне обломил. Да-да. Вот так вот. Да-да. Да-да. Вот так вот. Да-да. Вот так вот. Да-да. 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 Вот так вот.